Здравствуй, дорогая Лера. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, ты вот на своем языке можешь сказать «Здравствуй, дорогая Тамара»? Да. Дере калис Тамара. Ну ладно, в общем, дальше я поняла. Это обозначает «Добрый день, приветствую вас». Что это значит? Это значит «Дере» – это «Здравствуйте». Здравствуйте. Ага. Калис Тамара, дорогая. Вот. Как я поняла, что я услышу от тебя хорошие слова. Скажи, пожалуйста, ты вообще по натуре по своей, ты человек какой? Радостный, приятный или такой критичный? Вот какая? Ну, на самом деле я веселая. Я, если скажу что-то смешное, я все засмеются. Я умею поднять все настроение. Я такой человек, который всегда всем и везде. Ага, я такой мама вырастила? Ну, на самом деле, отчасти, да. Части сама. Вот какую часть ты все-таки относишь на свою личность, а какую на воспитание тебя? На воспитание, что я на самом деле бываю, я могу стесняться, это заслуга мамы, то есть она меня так за все воспитывала. Но в следующий момент я очень понимаю, я если меня что-то там обидит, я обижусь. Ты приехала в Беларусь впервые? Да? Нет, впервые. Я ездила в Минск, тоже на конкурс на вокале. И я хочу сказать, что Беларусь очень чистая, очень такая красивая страна, полна всяких приключений и чудес. А, ну это же хорошее приключение и чудеса, да? Это не страшно? То есть у вас никаких сложностей не было, и даст Бог не будет никогда на нашем пути, да? Да. Ты поешь давно? Наверное, меня мама отвела в вокальную студию в 4 годика. 4 годика. Это ж получается, ты даже уже больше поешь, чем я пела, да? Ну да. Мама вообще к тебе хорошо относится или она заставляет тебя петь? Нет. Я этим живу, мне это нравится. Скажи, пожалуйста, вот ты прямо сейчас можешь мне показать диапазон своего голоса, вот самую высокую ноту? Можешь сейчас показать? В принципе, да. Давай. Но это не на полном голосе. Супер! Скажи, пожалуйста, ты занимаешься вокалом с частным преподавателем или в школе? Я занимаюсь в вокальной студии «Делайт». Это там можно и заниматься индивидуально с педагогом, и у себя в стране тебя уже знают? Да. Ну то, что тебя в школе знают, это уже, да, не обсуждается. В стране знают, в стране ты побеждала на каких-то конкурсах? Да. Да, уже. То есть богатое прошлое. Да. Что ты видишь в будущем для себя? У меня будущее очень размыто. Я могу стать даже зубным врачом. То есть я не стремлюсь к чему-то такому. А чего ты хочешь? Я хочу, чтобы будущее было веселым и жизнерадостным, чтобы не было никаких проблем. Ага, если ты станешь зубным врачом, там будет столько боли у того, кто будет сидеть у тебя в кресле. Все равно. Все-таки ты хочешь приносить радость, да? Приносить и получать ее от зрителей, от всего. Хорошо. На твой выбор песни для конкурса на Славянском базарчике, что повлияло? Твое внутреннее ощущение? Или же педагоги, или же мама, или же конъюнктура, скажем так? Ну, моя песня на родном языке, она уже у меня была давно. Это, мне кажется, очень крутая песня на эстонском языке, потому что она не является такой эстонской, она уходит более рок-поп-стиль. Английская песня – это песня из 80-х годов. Я очень люблю ретро-музыку. Моя мама предложила ее петь, и педагог тоже предложил. Вот у нас как-то все сошлось, мы все предложили, и вот получилось так. Часто тебе приходится самой настаивать на каких-то своих решениях? Ну нет, мой педагог вообще не против того, что я выбираю из песен. Ну, если там что-то, то, что не очень нравится, то, конечно же, песня. Так, давай мы с тобой договоримся. Как только побеждаешь, даешь нам еще одну. Без проблем.